есть перед ним чистый лед. Затаскивает он буквально шайбу в чужую зону. Береглазов там из последних сил оказывает на него давление. Филиппе. Нет, достойный здесь. О, какой момент! Бросок поворотом! И Терещенко мог сейчас стать героем магнитки. Но пока Илья Сорокин дарит шанс своей команде. Пас был или случайно человек отлетел? Потому что там второй защитник ЦСКА зря, конечно, побежал. И вот видим, куда. Да, Филиппе пас умудрился в этой ситуации сделать. Дотянулся до шайбы и момент. Терещенко, но уже здесь вложился Денисов.